Зачастую быть правым недостаточно. Я еще раз изучил ваши снимки и сравнил со снимками, которые мы получили раньше. Вы знаете, что в нашей профессии важно убедиться, прежде чем разговаривать с пациентом. Бахарханом, вы знаете о состоянии своего здоровья, и вы знаете о сложностях в вашей болезни. Мы продолжим лечение, но я должен сказать... Опухоль стала меньше. Похоже, она реагирует на лечение. Будет сложно, но мы все преодолеем. Ура, Бахар! Ты поправишься? Боже, какое счастье! Возможно ли такое, несмотря ни на что, несмотря на огромное зло, бывают ли чудеса в жизни? Али, ты принес мне удачу. Бахар, у меня странное чувство. Вроде голова чувствует себя прекрасно, а вот живот нет. Болит, пучит. Серьезно, странное ощущение. Это ощущение говорит тебе: будь счастлив, Али. Оно говорит, да? Оно говорит так. Смотри, ты будешь жить 120 лет. Обещаешь? Обещаешь? Обещаю. 120. 120. Эй, Умер, ты слышал ее? Она хочет жить. И ты вернулся, приятель. А я ухожу. Знаешь, что я понял? А жизнь-то прекрасна, Умер. И когда она заканчивается, тоже прекрасно. Умер жив. Бахар жива. Двое против одного. Чего мне еще желать? У тебя есть желание помочь мне? Умер? Какой Умер передо мной? Хочешь помочь мне? Да. Да, да. Мне поехать с Тефиком? Сначала посмотри на свою рану. Да ну ее. Двое против одного. Но этого недостаточно, Али, за все, что ты сделал. Я знаю об этом, брат. Вы бросили меня туда. А потом забыли. Я не забыл тебя. Я не забывал тебя, Умер. Если бы забыл, то отправил бы тебя туда лишь раз. А я каждый день тебя отправлял туда. Ты подверг мою семью опасности, Али. Как ты спал по ночам? Как тратил эти деньги? Как? Как такое могло быть? А что мне тебе сказать? Что мне делать? Скажи, что делать, я сделаю. Скажи что-нибудь.
Я компенсирую то, что сделал. Компенсирую одну тысячную часть. Не стой так, скажи что-нибудь. Я все сделаю. Почему ты не защитил меня, Али? Ты же защищал меня. Как ты мог предать меня? Почему? Скажи, что делать, я сделаю. Ты всегда защищал меня, брат Али. Я смогу защитить тебя. Клянусь, я защищу тебя. Не меня. Того, кто остался один. Не меня. Кого? Моего сына. Джан. Мой сын. Я знал. Ты защитишь моего сына, Али. В этот раз защитишь? А ты доверяешь мне? Ты не отпустишь его руку, не так ли? Ты не поступишь с ним так, как со мной, не так ли? Ты доверяешь мне своего сына? После всего, что было? Ты защитишь его, не правда ли, Али? Брат Али не позволит, чтобы с ним что-нибудь случилось, не так ли? Брат Али, в этот раз ты сделаешь все правильно. Не так ли? Омер, спасибо. Спасибо, Омер. Спасибо.